Ра-та-та-та-та-та-та. Чё-то я вообще нифига не понимаю, что произошло с этим городом! Давно я на улицу не выходил. Охренеть, пол разрушенный какой-то, вообще людей нету. 2 часа уже по городу брожу, по улицам, никого до сих пор не встретил. Охренеть просто. Так, хорошо, допустим, я в этот дом постучу, может тут кто-то мне откроет дверь. А? Никого нету, никого нету. Хорошо, я тогда сам сейчас все посмотрю, есть ли тут кто-то или нет. Ао! Есть тут кто-то, нет? У твою мать! Чё-то я не понял. Это охренеть, просто мертвый чувак. Я вообще нифига не понимаю, почему город пустой, почему тут мертвый чувак валяется, да еще и в такой одежде, как я. В одном и том же секонд-хенде одеваемся, ничего не могу понять. А чё он тут валяется? Так, камера. Наверное, мне стоит посмотреть, что он снимал, и я пойму, что тут вообще происходит в этом городе, пока я отсутствовал. Так, хорошо. Как эта камера сраная включ... О! О! Пошло! Ой, пора вставать. Новый рабочий день. Заводись! О! И потопали. Твою мать! Боже, где я нафиг? Твою мать, это что за трупак передо мной валяется? Не входить. Мертвые внутри. Твою мать, это еще кто такие? Первый раз в руках держу снайперку. Так, задержка дыхания. Минус один. Минус два. Пацаны, короче, места тут мало, если честно, но вот так сойдет, если я припаркуюсь, да? Ага. Паскуды. Твою мать! Охренеть. Ладно. Твою мать! Полетели. Ну, с богом. Ну что, зараза? А, ты паскуда! Матерь божья! Это чё вообще такое тут нахрен происходит? Сколько я на улицу не выходил? Ёхали бабай! Так... Что делать? Если он снимал всю свою жизнь, если он снимал все, что происходит вокруг, значит он, в принципе, толковый мужик. Но! Он допустил ошибку! Он снимал все, что происходит вокруг, а не себя снимал. А я, как уже опытный блогер, буду снимать себя. Так, ладно, сейчас я камеру быстренько настрою. Давай, включайся! Нормально? Вроде нормально, да? Все, хорошо. Камера работает, это уже зашибись. Так, ну нельзя, чтобы меня люди вот так видели, я же как бомж выгляжу. Так, хорошо. Ага. Надо. Опа! Я не хипстер, если что. Твоей мамке зять не нужен? Или твоя киска в зоне риска? Нет. Хрень! Хрень, зачем? Меня и так сейчас никто смотреть не будет. Зомби-апокалипсис, мать вашу! Какая киска в зоне риска? Так, в общем. А камеру я с собой заберу, чтоб снимать. Я не знаю вообще, будь ли это кто-то когда-то смотреть. Мать его, зомби-апокалипсис на улице. Вообще интернета нету. Но у меня есть хайповая тема. Если все же зомби-апокалипсис когда-то закончится и снова подключите интернет, я выложу это все на YouTube и захайплю не хуже Дружко, Соболева, Лиски. Еще там кого-то! Вот, поэтому я, наверное, буду это все снимать. Так, нормально меня видно? Нормально? Так. Будущие подписчики. Меня зовут Эдисон, вот. И это выживание! Зомби-выживание. В смысле, зомби-вагальц. Серьезная тема. Без шуток. Вот. Будущие подписчики. Я не знаю, когда выйдет этот видос, зомби-апокалипсис. Я не знаю, когда вообще включат интернет. Но я вам сразу скажу. То, что если любите зомби... Вот выживание, вот это самое, то ставьте лайки. Вот давайте, будущие подписчики, поставьте лайки, будет много лайков, сразу же выйдет новая серия зомби-апокалипсиса. Да. Будущие подписчики. Буду вас так называть. Выжившие.
выжившие, да, выжившие. Хреновое название. Люди, не зомби, люди. Вот, буду так называть вас. Так, главное дверь закрыть. Я на самом деле вообще ничего не понимаю. Я по жизни блогер, да? Он чё, сейчас зомби станет? Так, хорошо. Я по жизни блогер, да? Я полгода сидел дома, записывал ролики наперед, из дома в принципе даже не выходил. Потом в один момент у меня вырубился интернет. Свет пропал, ничего не работает. Я вышел на улицу, и тут, мать его, такое происходит. А я-то ж телевизор вообще не смотрю, я не знаю, что там в мире происходит. Вот, играл целыми днями в Майнкрафт, тут вышел, а тут... Жопа какая-то творится. Вообще не понимаю. Люди чем-то заражаются. Потом умирают. Убивают друг друга. Жрут живых людей. Потом снова умирают. Потом снова оживают. Блин. Чё с этим миром не так? Хрен поймешь. Так, хорошо. Еще расскажу. Я это все буду записывать на мою камеру. Халявную, которую я слыбзил у этого чувака. Хрен его знает, кто это такой. Тоже, наверное, какой-то выживший. Так, зря я, наверное, со своего дома вообще вылез. Честное слово, лучше бы я там сидел и не видел вот эту всю апокалипсивщину. Вы поняли, будущие подписчики. Так, а может этого чувака что-то в Опа! Так. Иди сюда. Что он тут написал? Предсмертная записка. Если вы это читаете, значит я уже мертв. Спасибо, Кэп. Сразу же убегайте с этого города. Тут вас не ждет успех. И выжить у вас вряд ли получится. Так как тут боссы, банды, боссы банд, военные, зомби-мутанты, аномалии, секретные лаборатории, ядерные боеголовки и так и тому подобное. Убегайте как можно скорее, а то не справитесь и покончите с собой, как я. Ну ты вообще лошпед, если рипнулся. Так, надо что-то делать. Мне кажется, тут ничего интересного больше нету в этом городе, если тут вот такой сплошной... произошел, то мне кажется, нужно валить отсюда нахрен, потому что ни одного человека на улице, вообще никого нету. И как вот этот трупак горит, я уже не знаю, сколько он там, кстати, валяется. Мне кажется, уже пару месяцев. С августа, наверное, валяется. С августа, 22 августа, вроде. Да, мне кажется, 22 августа он уже там валяется мертвый. Это еще мне очень сильно повезло, если я до сих пор ни одного зомбака не встретил. Так, хорошо, мне кажется, нужно сваливать с этого города как можно скорее. Что у него тут в гараже? Кстати, я сейчас заеду домой, соберу свои манатки, труселя, носки, панталоны и прочее. И за Жекой, не забыть заехать и валить отсюда с этого города нахрен как можно скорее. Что у него вообще хавчик дома есть? Нифига нету, нифига нету. Чувак, бомж просто, бомж настоящий. Так. Никого, вроде никого. Бэха. Бэха от его. А тут вообще есть бензин? Есть! Так, все, 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 валим. Иду домой, труселя, панталоны, носки, забираю Жеку и валим нахрен с этого города. Все. Погнали, погнали! Ай! Твою мать, уж куда поворот! Поворачивай же нахрен! Корыто ржавое налево! Поворачивай, дура! Это не БМВ, а Лада Калина какая-то! Так-т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 ак
Йо! Так, хорошо, хорошо. Домой, 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 домой. Голосовой замок, голосовой пароль. Тара-та-та! Голосовой пароль, замок. Тара-та-та! Тара-та-та! Тара-та-та, мать твою! Этот дебил! Жека! Жек! Матушка, этот дебил опять пароль поменял. А как я сейчас угадаю? Он, наверное, опять дрыхнет там, как обычно, две сутки подряд. Какой вообще пароль может быть? На что он мог поменять? Жека Писюн. Перчики. Персики. Персицы. Жопа. Писюн. Чё, Дим... Чё он ещё каждый день говорит? На что он мог вообще поменять пароль? Что он каждый день повторяет? Эдисон! Эдисон, я пошёл какать! Ах ты ж собака-то такая! Ладно, ладно, все ж заставил, да, меня сказать? Все ж заставил меня сказать, да? Ну хорошо,
твои буду же. Эдисон показывал. Я просто не могу, это вы. Эдисон. Все, соберись! Эдисон показывал писюн. Конечно! Что же дебил еще придумать может? Ничего я не показывал. Врет опять, ничего не было. Я это сказал, потому что голосовой звонок такой, ничего не показывал. Не был, не верьте ему. Будущие подписчики, не верьте ему. Охренеть, это что опять, что с нашим домом произошло? Ладно. Жек! Быстро нужно забирать носки, нужно забирать труселя. Быстро, быстро, так, труселя, джинсы, ага, носки, 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 носки вот тут. Носки, носки, так. Хорошо, 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 хорошо. Все, все, все вроде есть, в хавчике пофиг, и так дома хавчика нету, нужно сваливать. Опять окно не закрыл! Жопу простудишь свою! Заходит в мою комнату, открывает окно. Так, все, нужно сваливать отсюда как можно скорее. А, твою мать, про Жеку забыл. Жек! Так, где этот дебит? Жек! Вставай давай! А чё ты на полу спишь, придурок? Ненормальный. Писюн показывал. Я же говорил, уже поменял пароль на вот этой двери. Ничего я не показывал. Ничего не было. Ничего я не показывал! Короче, все, иди ты в бань, иди ты. Встаешь? Жек, я уезжаю из города. Жек! А ну вставай! Не, хрен его напугай, спит как убитый. Ничего я не показывал. Не было ничего, ничего я не показывал. Снится ему то, что писюн показывал. Все, до свидания, свалю я с этого города. Заколебал. Так, короче, сажусь в машину и нафиг, нафиг отсюда убить. Опять, чтоб дверь открыть, мать вашу! Эдисон. Эдисон показывал писюн. Естественно, естественно. Так, машина, 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 машина. Машина, так, это не ло... так, все, мне кажется, нужно нахрен отсюда. Эдисон! Эдисон! Жека! Эдисон! А, что, проснулся? Да ну давай быстро, давай машину садись! Да, ну давай, что, садись что? В машину, давай сваливаем отсюда! Ну, сваливать надо, Жек, тут жопа в этом городе происходит! Да куда мы должны сваливать? Да, пока мы ролики с вами записывали, тут зомби-апокалипсис нахрен, короче, да я тебе потом объясню, давай сваливаем отсюда, нахрен! Ну, давай. Расслабься, Жека, ща музяку врубим! И все пойдет, расслабься. Также вот у этого компаньона вышел ролик, где я играл роль дедули, вот, который сотрудничает с бабулей, поэтому посмотри и лайкусик.